Почти 9 часов вечера, 201 километр автодороги Калуга-Орел. Белая «Шкода Октавия» и три пассажира. Их вечерний путь оборвался после столкновения с этим фонарным столбом. От силы удара он оказался на земле. Водитель погиб, а два его товарища получили многочисленные травмы. Водитель данного автомобиля погиб на месте происшествия. И два пассажира были доставлены в Орловскую областную клиническую больницу. Один из них в крайне тяжелом состоянии, находится в реанимации. Второй получил серьезные телесные повреждения, но однако же от госпитализации отказался. Точную причину трагедии называть пока рано, так как сотрудникам ГИБДД не удалось найти ни одного очевидца произошедшего. Но предварительная версия уже есть, и она, увы, не отличается от сотни подобных случаев. По предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия стало несоблюдение водителем скоростного режима. Он не учел дорожные условия, в результате чего допустил наезд. На данный момент по этому факту ведется следствие. В этот вечер на дороге не было ни активного движения, ни каких-либо неблагоприятных погодных условий, констатируют инспекторы. И элементарная внимательность могла бы уберечь пострадавших от печального происшествия. Анастасия Тимонич, Валина Чебан и Артем Моисеев для программы «Оперативный эфир». 5-1.